Так, к разговору о том, кто что видит, кто не видит, потому что сразу все кругом завернуло. В общем, на 9-й скорости валит мотор где-то под 100 грамм, по большому счету. Бурлилка везде все. Тут просили проверить, а что показывает перспектива. На 16 на глубине больше чем 10 метров. 16 у нас сейчас. Давайте я поставлю там типа 50 вперед. Вот. Ну, учитывая, что я даже ручку еле поворачиваю, такая струя. Конечно, что-то увидеть реально. Вот это тут у нас мелячок там. Вот залодка еще. Ладно, потому что бурлилка видно хорошо. В этом месте бурлилочка какая. Все кипит просто. Кипит вода. Что-то там. Блин, я повернуть даже не могу штангу. Подшипники надо ставить. В общем, не знаю за сколько тут. 150, наверное, грамм. Не знаю сколько. Аж хрустит все. Да, весело живем. Ну, я бы показал, конечно, на такой глубине. Но похоже, что это, наверное, не очень удачный вариант.